Конечно. Посмотри, шестой год какой был, вот может быть, ему там 4-5, вот, ну, сравнить, да? Угу. Фотоаппарат не то. Нет. А там вот он живой на утреннике, он не знает, что его снимают. Понимаешь? Вот, нет, поэтому так здорово. Нас так в детском садике снимали, вот на выпускном. Но так мы не найдем кассету. Ну, у кого-то родителей, да? Да. Я у ребенка прошу, говорю, когда там еще в садике были, предлагали переписать. Ну, у нас и негде было, и ничего. Угу, угу. Вот, а потом, говорю... Не, ну, потом времена, сейчас все-таки уже совсем, как бы, вот разница, вот что, 14 лет, да? Сколько, да. 14? Это очень... Там 6. А там 6. За 8 лет сейчас вообще очень... Да, Саш, ты мне скажи, ты сегодня с Тюриным разговаривал. Тюрин, когда насчет экзамена, он тебе говорил, что, кого он спрашивать будет, или он просто перечислил? Ну, он сказал, а толку-то чего? Толку-то никакого. Или он перечислил вопросы, вот, что такие. Ты скажи, Саш. Толку никакого. Вот, допустим, завтра, он же нас прибьет, как есть, потому что мы завтра в день. Оль, короче, готовься отвечать все. Ну что, вот как что готовиться? Я вот уж сегодня спасибо успокоила. Да, спасибо. Ну все, успокоил. Все, я и Светку успокоил тоже сегодня так же. Нет, ну ты...